сегодня меня, там, где сияет моя звезда. Я хочу сказать ей привет, и чтобы не гасла никогда. Скажи мне, как живет моя семья, расскажи, как поживает любимая, что нового у них произошло. И пусть напишет мне об этом в письмо, прочитаю, как там было это время, как меня отняло от родных и близких и моих друзей. Армия забрала меня в музей. Мертвые души гуляют по земле, собирают оружие, воевать кричат и заполняют патронами винтовки АКМ на границе. Мама, страна, не забирай меня. Я хочу остаться, я хочу остаться поближе к дому, там, где снова будут улыбки и счастья. Поближе к дому, поближе к сердцу. Снова время не дает покоя мне, все думаю о родной семье. Тепло и радость там всегда была, а теперь их всех на растерзание. Трамвай бежит, стучат колеса, и сразу задаются вопросы: а что и как, а может быть? Но пока сердце еще стучит, домой приезжаю, а меня не встречают. Открываю двери, а там только запах моли, разбитые стаканы и полумытая посуда. Что произошло, какая же паскуда? Мама, страна, не забирай меня. Я хочу остаться, я хочу остаться поближе к дому, там, где снова будут улыбки и счастья. Поближе к дому, поближе к сердцу.